компания организована в 2000 году. 3 года, как мы переехали на эту новую промплощадку. Мы изготавливаем оборудование для резки стекла и изготовления стеклопакетов. Оборудование имеет широкую линейку всевозможных изделий, связанных с технологическим процессом данного производства. Как это происходит и из чего состоит цикл изготовления наших изделий, я вас и приглашаю посмотреть. Мы находимся в начале технологической цепочки нашего предприятия. На эту площадку приходит транспортом металл. С этого склада металл берется на заготовительный участок и на ленточно-пильных станках. Этот металл раскраивается на необходимые по чертежу заготовки. Заготовки, которые мы получили из заготовительного участка, попадают на стапель сварки. И здесь они превращаются в готовую металлоконструкцию, которая далее последует в малярку на покраску. Мы с вами познакомились с циклом сварки изделия, и следующим шагом происходит его покраска в этом малярном отделении высококачественными европейскими материалами с последующей принудительной сушкой. Для механической обработки листовых материалов у нас имеется высокотехнологичное производительное оборудование, лазерный станок ТРУФ. Наш механический парк оснащен современным высокопроизводительным оборудованием, числовым программным обеспечением, с которым мы вас и познакомим. Заключительным этапом производства изделия является его сборка. Это наш сборочный участок. Мы производим сборку, тестирование, пусконаладку и сдачу готовых изделий в эксплуатацию.